Встречайте, на сцене заслуженная артистка Российской Федерации, народная артистка Республики Татарстан, руководитель ансамбля «Медина» Наиля Фатехова и заслуженный артист Республики Татарстан, чемпион мира по игре на баяне Ильдар Салахов и ансамбль «Медина». Спасибо. Ассаляму алейкум. Бейрам билен! С праздником! Мы очень рады, что мы сегодня на Воскресенской земле можем петь татарские песни и вместе с вами праздновать наш замечательный праздник. Дес татарлар! Туған илне сағынғанда Иске піше сарман жыры Күңелдерге йоқты бире Күңелдерге Ой, на мага, что ты не нагай, у меня не есть.
geliyor. Sana da aşık ettim söylesin geliyor. Come on.
Потанцевали и попели. Но мы хотим еще вам сказать про одно очень важное событие, которое совершилось в этом году. Мы отмечаем 1100-летие принятия ислама в Волжской Болгарии, нашей России. Мы очень горды этим. Я думаю, вы тоже. Ваши аплодисменты. Альхамдулилля, мы очень рады, что нас сюда пригласила мусульманская община города Воскресенска. И мы видим здесь нашего Рушан Хазрята. И коломенца, коломну, и многих-многих наших друзей. Мы вас очень-очень любим. И всех еще раз поздравляем с праздником. Байрам билан. И перед тем, как исполнилась песню, которую мы посвятили замечательному событию, городу Булгар, салават. Салават, азаим, салям. Салятуллах, салятуллах, аля Расулиллах. Салятуллах, салямуллах, аля Ясин Хабибиллях. Салятуллах, салямуллах, аля Ясин Хабибиллях. Тавасальна Хабиби Сулля, Хабибис Нади. Oh,
манвар. Дияварга данаты узен татар. Ислам билен ғасырларша улыса. Шанда милләт исмен югалмады. Исам гилен ғасырларша улыса қылады. Бір қай шанда исмен милләт югалмады. Продолжение нашего праздника хочу представить вам замечательного, талантливого баяниста, он сам родом из Елабуги, заслуженный артист Татарстана, чемпион мира по баяну Ильдар Ксалахов. Аплодисменты, дружнее! Thank you.
Заслуженный артист Республики Татарстан, чемпион мира по игре на баяне. Аплодисменты! А вас вновь привет! Рахмет сизгиад! Давай, Митяна, продолжаем! Можно танцевать и петь вместе с нами. Эй, пускай будет зима, толки в пыльясе, толки в пыльясе. Тебе в город, я Россия носу, и я верю, как на носу.
Берегом мне.
Заслуженная артистка Российской Федерации, народная артистка Республики Татарстан, Наиля Фатехова и ансамбль «Медина». Нурьяна Камеджанова. Заслуженная артист Республики Татарстан, чемпион мира по игре на баяне Ильдар Салахов. Ваши аплодисменты. Зурахмат. Зурахмат, Руслан Хазрат. Аплодисменты, аплодисменты! Спасибо большое! Мы очень здесь даже по каким бегам нас обдувал ветерок. Было замечательно, условия восхитительные. Народ, главное, хороший. Мы все вместе, всегда и всегда в великой нашей России. А мы хотим с вами что-то подарить. Сейчас же диски не дарят. Даже хорошо, что есть вот такой нотный альбом. Сейчас подпишу, ладно? Очень приятно. Спасибо. Вам спасибо за такой теплый, замечательный прием. Спасибо! Спасибо, Воскресенск! Зуррахмет! Саламатты, хайрлыгы мирле Аллахтара берсін барымызға да. Күрішеле Аллахтара берсін бізге шатлықта, иншалла. Амин! Сол қазірет кесіңіз. Рахмет, бек зор қадірлі қонақлар. Рахмет, кесен қалыңыз. Ассаляму алейкум. Ну а у нас есть уникальная возможность вновь насладиться великолепным выступлением заслуженной артистки Российской Федерации, народной артистки Республики Татарстан, руководителя ансамбля «Медина» Наили Фатеховой и солистки ансамбля «Медина» Нурии Мухамеджановой. Аплодисменты! Зурахмет, спасибо. Но мы тоже насладились войной, за победу, ура! И хотелось бы еще раз поблагодарить за то, что вы на этом празднике дождались опять нашего выступления. А мы, в свою очередь, хотели поблагодарить вас и ваших исполнителей, замечательную Эльвиру Нигматуллиной, которую хотим, сейчас она уже ушла, пела она в самом начале праздника, наш альбом. Сергей, передайте ей, пожалуйста, с наилучшими пожеланиями. Ну а мы продолжаем, ну как, поскольку песни и куряш это... Все пошли из деревни татарской, песню деревенскую «Огледельный камышлары». Кошулары життер йозлар, ләсәннәрі яусын үйде. Яшлекләрі де йозлар көбек, айләне фақойтсын үйде. Айләнен қамушылары туғайлен үйде. Махаббат мәңгілік дилер, әңгесін үйде. Айләнен қамушылары туғайлен үйде. Әніне өткен шапта тұтты балық күрегіні берсәніне. Ағидәліне қамушылары суға үйлен үйген, мұхаббет мәңгілік дилер, мәңгесін үйлен үйген. Әбейдегі қамышыларыны да сандуғачылар күрмәдім, шаяртасын деп бойыладым, сүйгеніне білмәдім. Әбейдегі қамышылары суға иленмеген, мұхаббет мәңгілік дилер, мәңгесін білмәдім. Сандуғашлар бүлек екен, мұхаббетінің жырларын. Яратуын жүңла болса, сынғағына жырлармын. Ағидәліне қамушылары суға иленмеген.
Егеттәре, кышылары, життәре, яғызлары, әйсәнәре, яусыны. Ешілетләрі де, яғызлары көбек, айбеғәне бәк қайтсыны. Зурахнаки.
хотим завершить наше выступление «Берге». Мы вместе! Еще раз хотим поблагодарить замечательный город Родиси, Руслана Казахстана-Багаши, Дениса, который нам встречал и вызывал, всех вас, Рахмет Бигзур, Дайвен Брюн, Калинный Крис, наши любимые. Берега тоже. Мы не снимай, просим. Мы с «Берге». Yeah.
обратимся к оператору Владу Сергею, Ольчке ведущей. Рахсада зумряхнай. Аллах таля, шатлыкта, күршерге ясын, иншаллах. Сау болгыз, Исиан Николаевыз. Всего доброго, до новых встреч. Здоровья, мира, побед! Спасибо! Аплодисменты! А на сцене...